Когда хоронили внука моей дочки, сына, а мой единственный внук, это было и жарко, это был август месяц, погиб он 8-13. Я специально одел всю форму, и я выступать, хотя там были большие начальники, там, областные, военковом, это города, и города, и области, Баранова, Валера, и все. Я командиру бригады, полковнику сказал, я буду перевыступать. Я, когда выступал там, ну, я сказал о том, что действительно, что наша молодежь современная, это настоящие патриоты. Я не хочу сказать, что только мой внук и так далее. Сотни таких ребят есть. Может, там кто-то где-то есть. А в основном готовы защищать нашу роду. И поэтому мы не можем отдать все. И я там сказал, что товарищи россияне, мои фронтовики, побратимы, друзья мои, что ж вы делаете? Мы вместе воювали. Мы вместе делили кусок хлеба на несколько человек. Мы одну сигарету курили 20 человек. Мы в окопах, а теперь мои дедов, за сыновья убили моего внука. Это я не виню рядовых. Это один дело, диктатор. Это кто? Это Путин и его окружающие послали вас. Пишите, обращайтесь, пишите обращение все. Да прекратите же эту, кому же эта война нужна? Война никому, это горе, это счастье, слезы.